Где-то в обманчиво мирных землях Разрога несколько путешественников встретились. После череды напастей и теперь должны все вместе разбить превосходящие силы врага. Битва будет жесткой, но славной. А когда падают сумерки, надо найти где отдохнуть и отметить. Может, в уютной таверне? Здесь пусто? Похоже, все только что ушли. Подождем внутри. На пустой желудок ждать не годится. И без выпивки тоже. Ваше здоровье. Как-то подозрительно. Куда все подевались? Может быть, это очередная засада? Всех сожрали жуткие ночные твари. Волшебная чума всех испепелила. Может, вся таверна один большой монстр? А на утро, когда они проснулись, ничего не поменялось. Путешественники решили поискать пропавшего трактирщика, прежде чем разойтись по делам. Но то, что они обнаружили, изменит их судьбу. Ведь теперь их путь ведет в самые опасные места, к самым жутким существам в землях Рыгозрога. О таких путешествиях слагают легенды. Здравствуйте, ребята, с вами Рэй, и мы сегодня будем с вами смотреть игру, которая называется Разрог. Давайте приступим. Ну, конечно же, нажимаем играть. Персонажи, это ваш отряд. Нажмите на любого из персонажей, чтобы увидеть его описание, дать ему имя, открыть его инвентарь, книгу навыков, сундук и так далее. Ну что ж, ребята, кого выберем-то, а? Давайте... Так, это разбойник у нас, да? Начиная с двумя кинжалами. Его главный параметр — ловкость, с каждым уровнем силы растет. Это воин с щитом и мечом. Слушайте, я люблю играть за воинов. Так что давайте начнем. Войти в подземелье. Ну что же, давайте войдем. Это якобы дорожка в подземелье. Спасите пленников. Ага, чтобы перейти на следующий уровень подземелья. Вот такое у нас задание, ребята. Отлично. Случайное событие. И что нам дает? Увеличит количество золота из контейнеров на 25%. Вот такая, ребята, графика в этой игре. Опа, сразу же получаем щит с мечом. Как удачно, да? Так, а что здесь можно вообще сделать? Так, идем далее. Что-то мне эта игра напоминает... Но не буду говорить, что. Опа-на. Первый монстр. Нельзя атаковать. Ага, пока не в зоне видимости. Ясно. Черт, давайте пропустим ход. Так, мне надо подойти, наверное, к этому гаду. Или как? Или убегать от него. Черт, он за мной идет. Ну давайте тогда атаковать его. Получает он от меня сладких люлей. И погибает. Ну что же, довольно легкий был моб. Так, какая-то бочка. Добыча у нас. Я так понял, эликсиры жизни сейчас мы взяли с вами. Так, смотрите, какая-то книжка. Удар оружием наносит 120% ближнего боя. Так, очередной монстр у нас тут, да? Давайте отойдем. Пропустим ход. Ага, подошел. Главное, чтобы он подошел как можно ближе к нам, я так понимаю, да? Ага, отлично, мы его забомбили. И всего лишь один опыт получили. Хе-хе-хе, зашибись. Так, а это у нас пробирки с манной. Хорошо. Значит, как я понимаю, ребята, здесь уровни регенерируются случайным образом. Наносит 75% урона в ближнем бою. Отлично, это какой-то у нас тут маг, смотрю, бегает, да? Хе-хе, гаденыш. Ну-ка, а ты? Я надеюсь, он не будет пулять на меня ничем там издалека. Так, скиллы почему-то не могу применить. Отлично. Опа, это что такое? Вы посмотрите, это оказывается некромант. Ребята, он вызвал... Ё-моё, сейчас подохну. Нет. Я не знаю, блин, по-моему... По-моему, нет смысла атаковать скелета. Надо бить именно мага. Ага, предмет для задания. Ключ от тюремной клетки, ребята. Мы получили с вами, и я вижу эту клетку. И по ходу дела мы спасли этого первого нашего пленника. А здесь пусто. Еще немножко не могу понять, я, конечно, как тут работают скиллы. И вот еще очередная добыча у нас.
Так, продолжаем дорожку нашу. Здесь вроде тихо. Так, подождите. Пора выбираться из подземелья. Естественно, братишка, пора выбираться. Но почему-то ты не хочешь. Что же мне с тобой делать-то, а? Непонятно. А как быть? Может быть, надо идти дальше? Поехали. А, все? А, это и был, ребята. Он просто стоял уже на выходе. Елки ты палки. Хе-хе. Уровень пройден у нас. Выберите вознаграждение. И что мы получаем? Какой-то сундучок. Герой собирается на трапезу. Ага. Так, ну что, я так понимаю, мы прошли первое подземелье, и нас ждет второе. Вернуться в таверну. Так, инвентарь. Так, у нас очки, ребята, есть. И сундучок, запечатанный причем. Обычное оружие в нем хранится. Так, давайте-ка, наверное, силеночек себе подбавим. И выносливость, наверное, да? Мы же все-таки должны быть крепкими. Ну, а теперь давайте оденем броник этот. Черт, а с два, он не одевается почему-то. Ага, его надо было... Кожаная броня. Что она нам дает? Да, в принципе, много чего дает. И меч. 3-5 атаки. А этот сколько у нас? Непонятно. Ну, однозначно... А, это двухручник у нас, ребята. Свиток возраст... Нет, не надо ничего выкидывать. Телепортирует игрока обратно в таверну. Самоцвет перехода. Нужен для ковки переходящих инструментов. Книга навыков. Ёлки-палки. Тут надо разбираться, ребятушки. Так, ага, книга навыков. Значит, вот она. А, тут вот, смотрите, сколько всяких. А это вот, я так понимаю, мое. Удар щитом. Но у меня сейчас в данный момент щита нету. Ага, починка предметов. Значит, тут еще можно чинить. Соответственно, значит, шмотки и это все ломается. Будем это знать, ребята. Вот интересно, что лучше, двухручник или одноручник с щитом? Общий сундук. Смотрите, ребята, для каждого персонажа тут есть свои вещи. Ядрить его на корень. Запечатанное необычное оружие. И это все можно покупать. Отлично, я взял себе какой-то сундучок. Вау, тут можно шлемы взять. Неизвестные причем. То бишь, статы на них получается тоже рандомно. С одной стороны, это хорошо. Так, ну тут пробирочки. Без них нам никуда. И амулеты всякие, и колечки. Угу, вот оно даже как. Кузница перехода, да? Ё-моё, я пока тяжело тут соображаю, что надо сделать. Ковать. Ну давай скуем. И чё? Чё произошло-то? Ничего не понял. Вой начинает с мечом-щитом. Ну это понятно. Так, удар щитом, удар оружием. Причем вообще не развито ничего. И достижения у нас тут, да? Ясно. Значит, в любой момент я могу взять любого игрока здесь. Это вот, давайте посмотрим шлем. Ну, у меня вообще никакого, поэтому вставим его. Ловкость плюс один повышает. Ага, а вот это что? Ну, как бы хорошо. И в то же время плохо. Деревянный посох, елки-палки, а? Двухручный. Давайте меч все-таки оставим. И пойдем с вами, наверное. Да почему? Это так все время надо делать? А, вот, сюда. А пойдем с вами во второе подземелье. Победите всех монстров подземелья, чтобы перейти на следующий уровень. В принципе, все довольно легко и просто. И опять получаем какое-то случайное событие. Добавляет один к дальности перемещения. Ага, какие-то ядовитые испарения тут идут. На них, я так понимаю, лучше не наступать. Тихонько. Продвигаемся, ребята, потихонечку. Не хочу увидеть какого-нибудь здесь неожиданного монстра, с которым я... Крыса! Точно, по-моему, крыса, ребята, да? Да, так оно и есть.
Ну-ка, выкуси. Выкуси, говорю. Все. Сдохла крыса. Так, а здесь у нас ничего, зато какой-то манекен. Шапку. Ну, естественно, я забираю. И какой-то сундучок, хотел сказать. Бочка. Пока я не разбираюсь, что там за лут. Потом посмотрим. Пока будем просто с вами смотреть, идти и наслаждаться игрой. Что такое, я не могу понять. Я никого не вижу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Наступил на ядовитую ловушку. Хода у меня не осталось, да, видите ли? Как так? Это что за мышца такая крепкая, а? Ребята, вы посмотрите, я сейчас могу погибнуть. Чуть-чуть бы и погиб. Каким-то чудом, короче, я выжил. Ага, тут еще вторая лезет. Ядрить ее на корень. Удар щитом, ребята, почему не срабатывает? Потому что у меня щита нету, а? Вот я балбес. Выучил, называется, скиллы. Ну-ка, манекен, что тут у тебя? Колечко. Это хорошо. О, тут можно вот так вот делать. Давайте-ка. Давайте оденем, обязательно оденем. Так, а шляпа? Плюс 2 к броне. Ага. Да, эта шляпа будет получше. И одно очко у нас есть. Так, давайте, наверное, на силу. Пускай он у нас будет крепким. Так, зелье интеллекта. Ну, это нам не нужно. Восстанавливает 15 здоровья за 5 ходов. Ага, вот оно как, ребята. Это значит, я кушаю, и оно мне должно... Да, так оно и есть. Вот я хожу, и по 3 хп оно мне восстанавливает. Довольно неплохо. Что это за улитка? Слизняк какой-то. Да. А, кстати, ребята, скилл развивается. Ёлки-палки, тут их двое. Да, 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 именно так оно и есть. Их тут двое. Ладно, попробуем их забомбить. Пробирок-то отхиливающих у меня тоже, ребята, не вагон все-таки. Ну, куда тут идти-то? Тут вроде тупик, да? Не вроде, а так и есть. Тупиковое положение. Ладно, идем тогда к тем воротам. И, ага, тут длинный коридорчик. Мы его, естественно, проходим. Сюда забегаем. И кто тут? Вроде бы тишина, да? Ну, она может быть обманчивая. Подкрепимся на всякий случай. Я вижу сундучок. А, нет, это не сундук, это какие-то мешки бесполезные. А вот это верстак. Лук. Ну что же, лук, я думаю, пригодится. Ага, опять мышь. Пока меня не видит. Ну, засекла. Так, отойдем. Пропустим ход, наверное, ребята, да? И, черт подери, она меня первая атаковала. Давайте в ответку. Блин, я такой дамаг наношу им. Они мне всего по 3 этих хпшек сносят. Но для меня это довольно ощутимо. Давайте бить этого слизняка. Все, забомбили. Пока я ничего сложного здесь не вижу. Довольно-таки мило и легко. Но это пока. Смотрите-ка, сундук. С какими-то деньжатами и кристаллами. Ух ты, всякие тут кристаллы, клубнички какие-то. Надо будет это все потом посмотреть, что оно означает. Для чего так много здесь всяких этих рубинов-самоцветов дают? Не могу понять. Так, подождите, там впереди у нас слизняки какие-то, да? Я ведь их вижу. Клубничка, ага, 10 здоровья за 5 ходов. Понятно, она послабже, чем морковка. Это ловкость, лук. Третий уровень нужен для лука. А тут 10 маны. Ну, мана нам не нужна, ребята, по идее. Вот выносливость, да, это другой разговор. Ну-ка, вот так вот. Обойти-то нам все равно, наверное, не получится, да, их? Все, заметила, блин. Ладно, давай потанцуем. Смотри-ка, что она делает. Этот слизнюк ядовитое облако какое-то разбрызгал. Но все равно ему не жить. Все, забомбил его. И, ага, еще один. Ё-моё. Давайте первым будем атаковать. Отлично, забомбили. Ага, 9 из 15. Вот оно что. Значит, тут 15 монстров. Я 9-ых уже убил.
Ясно, вот оно как здесь, значит, все эти задания делаются. Ага, прям перед воротами стоит и никуда не деться. Пока, слизняк. Ха-ха. Еще 5 монстров осталось, ребята. Пробирок всяких целая куча. Зачем они мне, если я воин? Так, то же самое. Ну, морковки это хорошо, конечно. А здесь ничего не активно. Подождите, тупик что ли? Ай-яй-яй-яй-яй, наступил. А куда идти тогда получается? Да что ж такое-то, а? Что-то не могу понять. Здесь вроде нет никаких дверей. Карта есть какая-нибудь, ребят, здесь? Или нету, блин? Пускай жрет, наслаждается. Как бы мне посмотреть карту? Куда мне двигаться-то вообще надо? Что-то я в тупиковое положение в какое-то встал. И не могу разобраться с этим. Так, ну это мы в данный момент возвращаемся с вами обратно. И, как я вижу, здесь ничего нету, не происходит. А 5 монстров еще... Где... А, подождите-ка, эту бочку вскрывали мы? Да, там открыто все. Хм, куда же идти тогда мне надо? Я дверей-то вроде бы как больше и не видел. Может быть, надо вернуться? Ага, вот, ребята, карта. Давайте, вот я нахожусь здесь, да? Ага, значит, мне надо идти в обратном направлении, как ни крути. Вот сюда. Да, да почему я все время в эту слизь наступаю? Ну, а теперь можно или прямо, или вот сюда в бок. Давайте вот сюда вот пойдем, посмотрим. Ага, вот ворота у нас какие-то закрытые, наверное, да? Выполните задачу подземелья, чтобы открыть дверь. Ага, значит, как ни крути, нам придется идти обратно и проходить через те ворота. Это, то бишь, у нас ворот, которые сейчас были закрыты, это выход, по всей видимости. Так, а вот здесь мы не были с вами, так что будем аккуратненько. Так, ну, мышь, в принципе, это ерунда, она нам... Да что ж ты будешь делать, а? Как она меня увидела через стенку-то? Все, она погибла. Продвигаемся далее. Так, верстачок, что ли, какой-то? Так оно и есть, получаю щит. Ну, щит мне тоже сейчас ни к чему, у меня потому что двухручный меч. Так, опять слизнюк тут стоит, да, ждет нас. Да на ты, выкуси тогда. Все, да погибнет уже. Опять эти самоцветы рубины. Их тут очень много почему-то дается. Вот они, ворота. Проходим с вами далее. Опять слизнюк. Но, тем не менее, ребята, сейчас мы его убьем. И это будет 13-й монстр. Надо будет еще где-то двух найти. А вот где? Здесь вроде тихо, спокойно. По-моему, тупиковая здесь комнатка-то, да, ребят? Так оно и есть. Ха-ха. Возвращаемся тогда обратно. Кто там сейчас только что так смачно жваркнул? Куда же мне идти-то надо? Ладно, идем сюда. Так, по-моему, поворачиваем. Вот сюда. И, черт подери, двери все равно... А, вот, вот эти, наверное, надо еще. Точно, как-то я их так пропустил. Да куда ты побежал-то, ядрить тебя на корень, а? Вы посмотрите, если нечаянно нажимаешь на следующую комнату, он туда уже бежит автоматически. Так что будьте как бы аккуратнее в этом плане. Ну что же, вот еще ворота. Опять эти мыши. В принципе, это хорошо, они больно легкие и... Все, порвал я ее, как тузик-грелку. Еще одна шляпа нам достается. Тут ничего не функционирует. Блин, какую же игру напоминает она мне?
Не могу вспомнить. Так, денежки и алмазики всякие тут выпали. Какой-то, блин, натуральный лабиринт, а? И опять очередной слизнюк нас тут поджидает. А что делает? Отойдем-ка мы отсюда. Пускай он сам к нам подходит. Не буду я с ним драться на этой жиже дымящейся. Все, погиб. Вижу одни ворота. Также я вижу ничего, я больше здесь не вижу. И тут тоже тупик. Значит, надо идти в ворота. Кстати, ребята, 15 мобов я убил. То, по идее, мне должны открыться ворота. Задание заключалось же в чем? Убить 15 монстров, так? Я это сделал. Двери накрепко закрыты. Здравствуйте, приплыли. Значит, нам надо... Куда нам надо-то? Ха-ха, интересно. Может быть, к этим воротам? Я не знаю. Да что ж ты будешь делать-то? Вот, точно, ребята, надо было к ним. И уровень пройден. Так, давайте вознаграждение заберем. Что мы получаем? А, сундучок. Запечатанный. Герои собираются на трапезу. Решили они, значит, покушать. И нам открывается третье подземелье. Карта тут, ё-моё, мама не горюй. Так, давайте-ка теперь посмотрим, что мы там набрали. Топорик какой-то. Слабенький причем. Да, ребята, как ни крути, а у оружия и у шмоток здесь есть свой лимит с, как сказать, прочности. Да. А это у нас торгаш. Продаем вот это все барахло, которое нам не нужно. Так вот, знать бы, что нам не нужно. Так, меч, меч это мой, я с ним хожу. Вот палка это точно не нужна. И, наверное, все. Давайте глянем, что здесь дальше у нас. Какие-то рубины, самоцветы. С ними я еще пока не разобрался. Ну, нам нужны будут зелья, это однозначно. Так, это что у нас? Манну восстанавливает. Пока нам это не надо, а вот морковки нам пригодятся. Скупим их все. Колечки и ожерелья. Опять же, неизвестные. Ну, я думаю, что... Ага, тут запечатанные. Но они стоят очень дорого. Ну, давайте, наверное, вот возьмем одно. А это что такое? Неизвестный самоцвет. Топорик, я думаю, он нам не нужен. Так, это тоже. И это, потому что мы с вами с двухручником ходим. Возьмем вот еще сундучок. И, наверное, давайте посмотрим, что здесь выпадет нам. Бронька. Ага, отлично, она даже лучше. И ожерелье. У нас вообще никакого нет, так что от него должен быть какой-то толк. Ну и вроде бы как все. Единственное, что вот непонятно. Ага, для улучшения навыков. Понятно теперь все, ребята. То бишь это прокачиваются у нас наши... Вот эти вот навыки. Только... Ага, вот, смотрите. Нужно... Не могу понять. Немножко не могу врубиться. Ну, здесь их очень много. Всяких скиллов. Так что должна быть довольно занятная игра, в принципе. Рубины, самоцветы. Столько их всяких разных видов. Что даже не знаю, что и делать-то. Лук не нужен нам, и это тоже старая броня, нам не нужна. Может быть... Так, сколько там надо было? О, что такой ценник-то у них, ребята? 225 золотых. Блин, обалдеть можно. Ладно, тогда давайте... Да куда же я все нажимаю-то? Надо на карту нажимать. Пойдемте с вами тогда в третье подземелье прогуляемся. А тут уничтожьте все кристаллы самоцветы в подземелье, чтобы перейти на следующий уровень. Их всего 4 штуки. Случайное событие, и что нам выпадает?
Ага, урон больше на 20%. Получаемый урон. То бишь мы... Ёлки-палки, это мы будем получать на 20% больше урона. Здорово нас порадовало. Это кто такая там, крыса? Нет, это какой-то паучок. Точно, ребята, это паучок. Ядрить его на корень, ну-ка, вздохни. Вот так вот, а разговор у меня короткий. Смотрите, какой-то алтарь. Нельзя использовать. Ой-ой-ой-ой-ой. Кристалл истощ... А, так вот нам и нужно эти кристаллы уничтожать. Зашибись, он наплодил нам глаз какой-то и паук. Причем за мной вместе скочат. Давайте-ка вот это вот накумарим. Подождите, ребята, там еще и еще кто-то прибыл. Ой-ой-ой-ой-ой. А справлюсь ли я здесь с ними? Глаз, успокойся там нафиг. Нечего тебе там прыгать. Погоди, погоди, погоди. Ага, ребята, я использовал морковку. Это идет как ход. То бишь я съедаю, меня в это время атакуют. Это несправедливо. Все. Понятно, ребята, глаз тут самый главный. Его уничтожаешь и погибают вот эти вот призванные им монстрики. Опять паучки. Паучки... Тихо, тихо, не буяй. Пора тебе сдохнуть, мелкий паук. И это, я так понимаю, еще один кристалл, да? Ядрить его на корень. Черт подери, что произошло? Я не могу понять. Звук мне не понравился, но что-то... Паука он, что ли, призвал? Ну, давай, убьем... Блин, зажали меня, ребята. Зажали эти пауки. Противные. Так, ну, должны справиться-то, в принципе. Так, я не могу понять. А, ребята, хода, хода у меня нету. Значит, надо пропускать. Хватит там уже прыгать. Блин, отдуплюсь сейчас. Что-то какие-то расценки тут чересчур большие. Блин, если он сейчас меня тронет, ребята, я погибну. У меня очень мало хп. Я в такой... В таком положении стою, в тупиковом. Ё-моё, глаз еще появился. Ядрите его на корень. Я сам себя загнал в ловушку. Да... Вот оно что, ребята, тут еще надо думать тактически, как лучше сделать. Ё-моё. Сейчас мне, по-моему, здесь кранты приснятся. У меня нету хода, если я сейчас пропускаю, естественно, меня будут бить. И я погибну. Воин заключен в тюрьму. Вернуться в таверну. Не понял. Это, то бишь, у меня моего персонажа захватили в плен? Точно, ребята, так и есть. И теперь, получается, я должен выбрать кого-то другого, чтобы его спасти. Ядрить его на корень, ребята, а я все продал. И посохи, и шмотки. Ё-моё, вот в чем здесь фишка-то вся. Почему у нас... Инвентарь-то общий. Ну давайте попробуем здесь. Зачем я сюда нажал, ребята? Ё-моё, у меня же этот чернокнижник. У него вообще ничего нет. Он с голыми руками туда пошел, с голым торсом. Случайные события. Что нам дают? Получаемый урон на 20% больше. Просто замечательно. Вот это я начал обзор игры, блин. Тихо, слизнюк. Я, наверное, его в рукопашку и не смогу победить, ребята. Как-то глупо получилось, тем более их тут двое. Да, он еще и яд тут пускает. Ой-ой-ой-ой, как, какой у меня ничтожный урон. Нет, конечно, я здесь не справлюсь, ребята. Как-то надо отсюда сваливать. И убежать я, наверное, не смогу, да?
Вот это я попал, ребята, вот. Хуже не придумаешь. И чё? Двери накрепко закрыты? Я еще и не выйти отсюда не могу, ребята. Вот это фокус. Называется, я пришел в подземелье без одежды, без свитков, блин, без хпшек, без отхиливания, без всего. И отсюда даже не могу выйти. Так должен же быть какой-то способ, ребята, чтобы я вернулся. 1250 свиток возвращения. Да у меня таких денег даже нету. Ёлки-палки. Ну что ж, блин, я не знаю. Давайте попробуем так сделать. Ладно, ребята, давайте, короче, так. На этом я буду завершать этот коротенький свой обзорчик. Ну, а если вам эта игра понравилась, то мы будем с вами ее проходить уже конкретно, досконально, разбираться все, что, как и почем. А на этом все. Всем пока, спасибо за просмотр и до новых видосиков, ребята. Can't stop now.